встречу со зрительницей с моей, моего канала, посмотреть, я так понимаю, и оценить какие-то старинные вещи, либо винтажные. Сейчас поеду на метро, и если что-то, не знаю, в общем, если будет возможность что-то вам показать, я покажу. Я обычно не настаиваю и никогда не показываю, кому я хожу, к зрителям, без их разрешения я не снимаю видео. Ну, поэтому вот так вот. Естественно, если человек говорит, что нет, я спрашиваю, там я могу снять, да. Нет, значит, нет. Бывает такое, что уже приезжаю домой, потом показываю. В общем, идемте. Я не знаю, что сегодня, кстати, происходит. Что-то очень странное. Давно такого не было, потому что тревога за тревогой с самого утра. Каждые 5 минут то тревога, то отмена. То тревога, то отмена. То тревога, то отмена. То тревога, то отмена. Слава богу, я никаких взрывов по городу не слышала. Возможно, что-то происходит в области. Область Харьковская огромная, поэтому если там какие-то взрывы, прилеты, естественно, в город этого не слышно. Ладно, идемте. Проезд в метро бесплатный, то есть платить не надо, вот так вот можно проходить. Уже еду обратно. Доброго всем дня! Сегодня у нас 27 сентября 2023 года. Харьков, я продолжаю свой видеодневник. У нас продолжается лето, тепло, хорошо. Но по вечерам, ночам и рано-рано утром уже чувствуется, что все-таки осень, холодно. То есть люди выходят, кто рано выходит, либо поздно приходят с работы, они выходят в куртках. А днем раздеваются до футболок. Ну, вот так вот бывает, знаете, когда вот это вот межсезонье, и приходится сочетать такой теплый гардероб с летним. Ну, конечно, немного грустно то, что лето вот так вот подошло к концу, и оно прошло не совершенно не так, как оно должно было пройти. И у детей, и Нора вообще не ощутила летних каникул. Она говорит, все, лето прошло. Обычно летние каникулы это что? Это веселье, это прогулки, это поездки куда-то, это отдых, поездка к морю. Но все вот так вот обернулось, поэтому как есть, так есть. И мы, естественно, надеемся на лучшее и верим в это. Ни секунды сомнения. Вера вообще и надежда – это очень важно в жизни каждого человека. А уныние – грех. Запомните это, кто постоянно мне пишет, что нужно сидеть в трауре и биться в истерике. Я так не считаю. Я считаю, что чтобы выжить, чтобы я еще раз, кстати, подчеркну, ваше спокойствие – это ваше здоровье и здоровье ваших детей, особенно у кого маленькие детки. Мне очень трудно сохранять спокойствие, очень часто мне задают вопросы, а ты пьешь какие-то успокоительные, не пьешь, пропей. На самом деле мне очень трудно сохранять спокойствие. И вот вчера, допустим, у меня не вышло второе видео, я думаю, кто обратил внимание, я обычно стараюсь выпускать два видео. Вчера вышло всего одно видео, у меня просто сдали нервы, не было сил. Ну вот не было сил, я не знаю, как это объяснить, когда вот бежишь в режиме нон-стоп, у тебя включаются какие-то резервные силы, дополнительная энергия, потому что, вы же знаете, у меня полтора года не было вообще выходных. Ну, раньше я жила в совершенно другом ритме, у меня был другое все. До 2022 года была жизнь по-другому, другой график.
Я не снимала вот так вот видео, как я снимаю сейчас, и, естественно, не жила в постоянном стрессе. Но просто я прихожу к выводу, естественно, вы это видите из моих роликов, то, что нельзя жить в стрессе, нужно как-то успокаиваться, быть спокойным, потому что твое, я, как когда, на момент 24 февраля 2022 года, на момент войны, Амирану было ровно 2 годика. Он был грудной, я еще кормила грудью, и я понимала, что я не могу позволить дать волю эмоциям. Я не могу сидеть и в унынии. Во-первых, еще раз повторюсь, уныние тяжкий грех. Во-вторых, в общем, ваше эмоциональное настроение полностью передается детям. Еще раз скажу, кто не знает, что такое психосоматика, погуглите. Я не буду сейчас здесь проводить лекции на эту тему. Это действительно так, это работает. Очень многие болезни, где-то 90% болезней происходит у нас от переживаний, от наших страхов, от внутренней, от обиды. Ни в коем случае нельзя ни на кого затаить обиду. Итак, вчера я просто уже, ну, из-за того, что я бегаю, как-то вот так вот я первое видео сняла, потом у меня были встречи, вы вот сейчас видели мои встречи. Дальше я просто должна была еще снять сюжет, и я не стала его снимать. Я пришла домой, и так произошло, я легла, и я не могла встать. Я не знала, как это возможно. Возможно, так надо было. Организм делает так, как нужно ему. В общем, нет было сил больше ничего делать, бороться и так далее. Но ничего страшного. Нужно немного отдохнуть. И вот сегодня с утра, в принципе, все хорошо. Еще Амиран, кстати, приболел, я хочу сказать. Кашель, сопельки. Ну, не сильно. Уже, в принципе, я думаю, прошел вот этот вот период. Он приболел еще 5 дней назад. Мы не гуляли на детской площадке все это время. Я думаю, что сейчас, то есть вы же знаете, проходит вот этот вот период, пока ребенок заразный, я думаю, он уже не заразный. Ну, у меня уже как-то есть опыт, потому что я мама во второй раз. Я стараюсь никогда не водить на детские площадки, чтобы не заражать других детей, ну, потому что нельзя так делать, лучше погулять где-то, где никого нет, чем тащить заразу другим людям. Так нельзя поступать. Так что вот так. Как прошла ночь? Ночь прошла тихо, все было спокойно. Что воздушная тревога уже была сейчас с утра. Ночью ничего не знаю, я очень крепко спала. Так что вот так. Вот у нас вчера такое было происшествие, сейчас вам расскажу, будете вообще в шоке. Значит, у меня 3 кота. 2 кота и 1 кошечка. Кто не знает, Джокера мы взяли сбитым на улице этим летом. Очень долго искала хозяина, пришлось оставить себе. Судьба. И кошечка и котик, брат и сестра, белые, которых нашел новорожденных, завязанных в мусорном пакете, мой муж еще 7 лет назад, я рассказывала. А в общем, вот они все в основном живут в кухне. Ну, это оно и понятно, да, во-первых, у меня в кухне, они прямо из окна выпрыгивают во двор, все время ходят гулять, им все время нужно туда-сюда бегать, это у них уже привычка. Во-вторых, в кухне все время что-то можно вкусненько покушать и не пропустить, когда кто-то кушает, и что-то попросить вкусняшку. Ну, и в-третьих, вот как-то вот, я не знаю, им там нравится, они в основном проводят время в кухне. А вчера я слышу, что-то шкребется, а коты спят. Я сижу в кухне вечером, пью чай, что-то шкребется, коты спят. Но обычно там, знаете, вот когда кот да, может почесаться и лапой, вот так вот, как заяц какой-то. Но здесь была не та ситуация. Я говорю, Роман, поди посмотри, я не знаю, что шкребется, мне кажется, мыша. Она говорит, да, у нас крысенок. У нас живет крысенок, к нам пришел крысенок, и у меня вот большой вопрос. Мама крыса тоже присутствует, тоже к нам пришла. То есть ночи стали холодными, и к нам откуда-то пришел крысенок. Ну, он уже не совсем крысенок, он подросток. Мои коты вообще не реагируют. Ну ладно, мои, они такие всегда были спокойные. Сима, кстати, не любит ловить мышей и крыс. Моня на прошлый Новый год, кто помнит, на Новый год 2023 мы пришли домой от бабушки с гостей и увидели дома сюрприз. Он поймал нам мышонка и презентовал в новогоднюю ночь. Моня ловит. Здесь я не знаю, что случилось. Это же какой-то анекдот. Иметь дома 3 кота и что?
И мы, у нас живет теперь крыса еще. Я люблю крыс и мышей. Я знаю, что вы мне сейчас начнете писать, что это переносчики инфекций и болезней. Я с вами согласна, бывает и такое. Убить ее я не смогу. Отравить тоже. Надежда только на моих котов. Вот так вот. Рамазу я тоже не дам ее прихлопнуть. Крыску. Так что еще есть такая вероятность, что крыса будет зимовать с нами. Когда у нас был мышонок, кто помнит, мы кормили его с норой. Спорный такой момент. Да, вы сейчас напишите, что я сумасшедшая. Возможно. Друзья, всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните самое главное, что все войны заканчиваются миром. Не забывайте поставить этому видео палец вверх, подписаться на канал, кто еще не подписан. Мне будет приятна ваша подписка. Нажмите колокольчик, и вы не пропустите следующее видео.